районе полудня в Кингисеппе на школьном стадионе приземлился вертолет. Рядом дежурили сотрудники ДПС. Что случилось, не знал никто. Но известные всем цифры 03 на борту винтокрылой машины подсказали, следует ожидать скорую помощь. Впервые вот работает сейчас по области система авиационной бригады, которая осуществляет скорую медицинскую помощь. В данном случае сейчас мы будем перевозить девушку. С ней произошло нарушение мозгового кровообращения. Мы ее будем транспортировать в областную клиническую больницу. Карета скорой помощи подъезжает к вертолету. 19-летнюю Эмму готовят к транспортировке. Всего за 40 минут девушка окажется в руках квалифицированных специалистов. Но и во время полета ей, как и другим возможным пассажирам этого транспорта, могут оказать помощь, задействуя специальное медицинское оборудование, вплоть до искусственной вентиляции легких. В данном варианте он оборудован для вот медицинских целей, для спасения людей во время ДТП. Также вот из больницы забираем сложные. Вот. Замечательный вертолет, как Мерседес в воздухе. Не шатает, не болтает. Очень комфортно и медикам, и пациентам. Ногами, ногами туда по ходу вертолета. Ставим, как на полозе, все. На вопрос родственников Эмма говорит, что лететь не боится. Сейчас она в надежных руках докторов санитарной авиации. Для шумоизоляции пациентки надевают специальные наушники. Мама Эммы Известина, сама по профессии медик, рассказывает, что дочке стало плохо еще в пятницу. Вызвали скорую, а теперь вот отправляют в Питер. Спасибо. Спасибо. Лопасти набирают обороты. Вертолет плавно поднимается в небо. В Кингисеппе он приземлялся впервые. Это пример государственного и частного партнерства, который практикуется сейчас по всей Ленинградской области. И при случае обратиться в службу санитарной авиации компании «Хели Драйв» может любой пострадавший. Татьяна Черноиванова, Вячеслав Горовой, Максим Маючий, телеканал «Орел».